Пока мужчины защищают родину, женщины творят. Нет, не глупости. В Астрахани состоялось открытие выставки, посвященной Международному женскому дню. Картины и предметы декоративно-прикладного искусства выполнены только женщинами. Представительницы слабого пола создали уютную атмосферу для посетителей выставки. Более 60 экспозиций 30 авторов были представлены на открытии выставки «Женский взгляд на красоту». Астраханские художницы представили посетителям лучшие работы из своих архивов. Много говорится о разнице между мужчинами и женщинами. Вот здесь эта разница вообще видна. Потому что женщина видит вообще мир по-другому, воспринимается немножко иначе. На открытии выставки представлены не только полотна, но и предметы декоративно-прикладного искусства. Это направление активно развивается в Астрахани, что не может не радовать творческих гурманов. Астраханки показали работы, выполненные в технике мокрого валяния и плетения. Чтобы попасть в списки авторов, художницам пришлось постараться, ведь отбор проходил по жестким критериям. Когда мы даем объявление в средствах массовой информации, на сайте Министерства культуры, мы приглашаем всех. После того, как все получили приглашение принять участие в выставке, мы объявляем заседание выставочного комитета по отбору произведений на выставке. И после этого этот отбор происходит. Очень строгий отбор. Далеко не все работы мы принимаем. Торжественная часть открытия чуть не сорвалась из-за технических неполадок. Организаторы не успели напечатать благодарственные письма для художниц. Но член Союза художников не растерялся и исполнил для женщин музыкальный номер. Чем не замена почетным грамотам? Екатерина Булатова, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.